лица. Ржака-обосрака. Класс. Вот твою мордочку прям зажарить хочу. Привет, мои золотые. Привет. Сегодня мы снимаем очень популярный челлендж, блинный челлендж. О, еда! Уже можно есть! Ты что ж ты творишь-то? Их же надо жарить. Ты шо, придурок? Их же надо жарить. Тю, блин, а ты бы сразу сказала, что они еще сырые. А ты что, и так не понимаешь, что блины надо жарить? А откуда у нас эти блинные сковородки? Я их специально купила на челлендж. Ты что, сдурела? Ты для видео купила целых 2 блинные сковородки? Ты вообще женщина, не щадишь нашего бюджета? Да, я купила специально блинные сковородки, я купила вот такие вот штучки, вот такие вот штучки и вот такие вот штучки. Я просто полностью подготовилась к блинному челленджу. Так как это наш первый в жизни блинный челлендж, мы решили что-то взять попроще. И сегодня мы будем жарить смайлики. Точнее, блинным тестом рисовать смайлики. Вот. Устроим смайликом прожарку. Да. Ну что ж, начинаем наш кулинарный баттл. У кого круче получится смайлик, поцелуйчик. Но это не самый простой смайлик. Ты не хочешь начать со смайлика попроще? С какого? Просто смайлик, оригинальный, улыбка. Не, ну то слишком просто. Давай с поцелуйчиком. А нам надо рисовать на скорость? Не на скорость, а на красоту. Давай, раз, два, три, погнали. Так, брошки, бровь одна, бровь вторая, глазик. Ух ты, у меня, посмотри, как прикольно получается. Ой, так прикольно. Блин, у меня калечное сердечко. Есть? Не торопись. Главное, кругляшок нарисовать нормально. А то у меня с кругляшками все плохо. Что ты там смеешься уже? Блин, я сейчас все, весь блин, все тесто изведу на один смайл. Как у тебя успехи? Че ты ржешь? Блин, я извела полбутылки на один смайл. Надо поэкономнее быть. Ждем. То есть его обязательно переворачивать? Конечно, это же блин. Он переворачивается. Да быстрее работай, у тебя же сейчас все застынет. Экономнее тесто расходуй. Экономнее, а то потом у тебя розовые смайлы будут. Или синие, или черные вообще, если желтый закончится. Другого желтого у нас нет. Смотри, какой порог. А, пахнет как. Как ты думаешь, уже можно перевернуть? Не, он еще такой себе, жиденький. То есть ты хочешь сказать, что у тебя будет красивый и с этой стороны, и с той стороны? Сейчас мы посмотрим, у кого красивее. А у тебя тут дырка, и вот тут дырка, дырявый смайлик. А что у тебя круг не круглый? Да ты на свой круг посмотри, у тебя он тоже не особо-то круглый. Но немножечко круглее, чем мой. Мой нормальный. Ну что, ты готов переворачивать? Нет. Давай, раз, два, три. Блин, я курица, я не в ту сторону губки сделала. А у тебя что? Что это за монстр? Блин, я просто губки в другую сторону сделала. Но посмотри, какой красивый. По-моему, у меня классный получился. Если будешь себя плохо вести, скормлю тебе свой смайл. Нет, не хочу я твой. Этот смайлик называется «Франкенштейн посылает поцелуй». Будешь есть по утрам, у меня вот таких франкенштейнов. Все, давай на тарелочку и показываем. Ты куда? Вот так вот надо показать. Ну что, чей блин краше? Мой смайл круче. Голосуйте, чей смайл круче. Я не вижу, чем ты тут гордишься. У тебя самый обычный смайл-поцелуйчик. У меня смайл оригинальный. Франкенштейн посылает поцелуй. Такому надо учиться. У меня крутой, посмотри, какой смайл. Просто желтый смайл. А у меня смайл Франкенштейн. Ладно. Еще и с черным ободком, видишь? Пусть зрители голосуют. Чей блин вам нравится больше? Чей поцелуйчик вы бы хотели получить? Франкенштейна или милый поцелуйчик? Все голосуем за Франкенштейна. Я Франкенштейн посылаю тебе поцелуй. Поцелуй, поцелуемся давай. Нет. Поцелуй тебе. Ты страшный, ты страшный. Так, ну поцелуйчик я выбирала. Давай теперь с тебя смайл. Какой ты выбираешь? Давай нарисуем смайл ржака-обосрака. Это что за смайл? Это со слезками из глаз. Хорошо. Очень у тебя название какое-то странное. Будешь мы теперь каждое утро с этих двух блинниц блины готовить. В две сковородки. В две блинные сковородки. Хорошо, раскатал губу на две блинные сковородки. А то с одной сковородки очень неудобно было. Я их быстрее съедаю, чем ты их успеваешь пожарить. Ну что, на старт, внимание, марш, поехали. Погнали. Так, глазка. Глазка, говорю, глазка. Ротяка. Посмотри, какой у меня смешной. Блин, у тебя некрасивый.
маленький, а у меня красивый. У меня что-то не то с этими штуками. Они не так выливают, как мне надо. Ага, не прибедняйся. Это у тебя руки из задницы. Посмотри, какой у меня крутецкий. Ты так не умеешь. Так, еще слезки ж надо разместить. Ох, вот это он наплакал. Блин, я боюсь все волосы спалить. Так, ну мордочку я уже нарисовала. Осталось теперь кругляшок. Блин, ну и рожа, че он не круглый? Это он у тебя смайлик с бодуна. Да, он опух. Это у него утреннее опухание. Да, стопудово. А у тебя? Утреннее распухание? У тебя тоже не первой свежести смайлик. Он уже не молод, и он уже опухший. Потрепала жизнь. Я закончила. Ждем. Посмотри, я тоже сэкономила желтенький, как и ты. В прошлый раз я все залила. Посмотри на эту рожу стрёмную. Посмотри, как он выглядит с этой стороны. Я бы не хотел получить такой смайл в мессенджере. Да. Слушай, мы из этих смайлов можем стикеры сделать и отправлять их всем, всем, кто провинился. Да, кстати, мы их можем сфоткать, вырезать и в стикеры. Класс. Кто хочет стикер-пак от нас? Все блогеры заводят себе стикер-паки. Чем мы хуже, а? Мы тоже себе сделаем стикер-пак. А мой смайл напоминает мне этого тролля, который ржет, смеется и у него, по-моему, там тоже слезки, нет? Вот такой тролль. Ну вот, у него тоже такая продолговатая морда, нет? Мне это напоминает флюс. Просто посмотри, вот твоего смайла надуло щеку. Бедненький, ему, видно, к стоматологу нужно. Щеку как раздуло. Ну что, переворачиваем? Готов? У тебя поджарился? Да. Раз, два, три. Посмотри, у меня классный, а у тебя? А у тебя флюс. У меня классный, а у тебя флюс. Слушай, я похож действительно на этого тролля. И правда. Тролль с флюсом. А у меня красавчик? Красавчик. На тебя похож. Но он же красавчик. Да, надо было ему шапочку еще черную приделать. Давай в следующем выпуске блинного челленджа будем рисовать друг друга. Я так хочу тебя нарисовать. Вот твою мордочку прям зажарить хочу. Я этого очень опасаюсь. Надеюсь, второй части не будет. Я хочу зажарить твою мордочку. То есть, ты можешь прямо сейчас это сделать, вот так вот. Нет! Давай зажарим твою мордочку сначала. Ну что, все? Ты готов показать миру свой смайл с флюсом? Это вовсе не обязательно. А можно выйти из этого раунда и как бы... Нет, показывай миру свой флюс. Че его там покорежило? О, посмотри, растянулся на всю тарелку. Та-дам! Голосуйте, чей смайл круче? Мне кажется, мой. Обычный смайлик со слезками, а здесь у нас тролл-фейс с флюсом. Крутяк. Вообще. Так, ну нам надо придумать, какой третий смайл рисовать. И это при том, что у нас желтого цвета не так уж и много осталось. Ну давай такой, где желтого цвета не очень много. И какой? Ну а вот этот, знаешь, который типа у него там, он типа волнуется, и у него половина желтого, а половина синего. Да. Вот этот? Очень похоже. По-моему, тебе уже рисовать смайл не нужно. Ты его уже изобразила. Не, есть разные. Есть вот этот. А есть вот такой вот. Волнуется, и тут еще капелька пота стекает. Не, ну он же... Или он тужится. Она тужится, он не волнуется. Давай нарисуем тужащегося смайлика. Это потом мы его сделаем в стикер, и его можно будет отправлять тогда, когда ты сидишь на унитазе, а тебе входящий смс. А ты сразу... Типа я занят, да? Чтоб не я занят, а сразу этот стикер отправляешь, сразу видно, смайл тужится. Сразу понятно. Все понятно. Не вовремя. Ну что, давай рисовать этот тужащийся смайл. Давай, он нам пригодится. Раз, два, три, поехали. Так, надо ему выпучить глаза, он же тужится. Это точно должны быть такие пучеглазки. И бровки такие с натугой. Такой, я тужусь, не трогайте меня. Так, ну если он тужится, и если он уже делает свои дела, почему он грустный? Нужно капельку пота нарисовать не там, где слезка. А то так получится, что он тужится и плачет. Вот, я тут нарисовала. А теперь давай слезки вот так вот. Он тужится и плачет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? У моего смайла, походу, очень серьезный случай. У него запор. До того дошло, что он уж бедненький, уже и заплакал. Да, уже заплакал. Ну добавь еще этот пот, еще добавь ему. У тебя свое есть.
Ой, блин, сейчас же тут еще голубое надо. Блин, а как же я слезу? Как я пот увижу, если там тоже все голубое? Надо пот очертить. Я мегамозг. Не подсматривай. Слушай, а как эти штуки называются? Это сковородки или это электроплиты? Это электроблинницы. Ничего себе, это что-то новое. Ни то не угадал. Ух ты, у меня тут прям градиент. Ну что, тебе тут помочь? Что ты творишь? Я тебе помогаю. Не, я не буду свой желтенький тратить на тебя, сам делай. А градиент ты будешь делать? Да, только я не знаю как. А что это у тебя тут такое? А вот это что за штучка? Давай. Что? Ничего, хотела быстренько нажать, а ты все убрал. Блин, у тебя еще мокрое, а у меня уже сухой. Мы должны одновременно перевернуть. У тебя мокрое, у меня сухой. Давай на него подуем. Ты думаешь, это ему поможет? Почему у тебя дырка над глазом? Кто ему в глаз дал? И на лбу у него дырка. Это он выдавил прыщи, у него дырка? Подлатал бедного, прожженного жизнью смайлика. Так, ну у меня сейчас загорится уже. Ой, у меня там градиент. У меня тоже, наверное, градиент. Не смотри. Ты будешь смеяться. Там мало. Я и так буду смеяться. Там мало похоже на градиент. Блин, у меня сейчас точно поджарится капец как. Давай. Раз, два, три. Градиент у меня получился. Посмотри на него, у него. Что это, как ее там? Ветрянка. Посмотри на него, чем он болеет. У меня. Блин, вот этот пот не очень видно, да? Его надо было ниже, его надо было на желтой части делать. Вот овечка. Но у меня все равно круче, чем у тебя. Я не понимаю, чем твой смайлик болеет. У меня, как всегда, оригинально. Оригинально больной смайлик? Если сделать стикер из твоего смайла, это будет просто обычный смайл. А мой смайл прикольный, смешной. Сразу понятно, кто его рисовал. Ну что, покажем миру наших тужащихся смайликов. Я боюсь, мир не готов на это смотреть. Давай. Та-дам! Вот они наши красавчики. Голосуйте, у кого круче смайлик получился. Но у тебя на этом смайле капелька пота опять не с той стороны. А я это просчитал. Блин! И нарисовал с той стороны. Я опять забыла. Так что мой смайл технически корректный. Нарисован корректно. Это тоже надо все учитывать. И я к третьему смайлу начал это учитывать. А я забыла. Надо все в зеркальном рисовать. Да, надо все рисовать в зеркальном отражении. То, что у меня в смайле со всем остальным проблемы, это уже не так страшно. Главное, капелька пота с нужной стороны. Угу. Так что мой смайл побеждает. Да, конечно. Зрители все решат. Я не понял, а что мы до сих пор не позавтракали? Слышь, а что ты своего не ешь? Франкенштейна. Да у меня просто красавчик, его жалко есть. А моего, значит, не жалко есть, да? У меня тоже был красивый, посмотри, что ты с ним сделал. Бедняга, ему пол лица откусили. Но он очень вкусный. Очень вкусный? Вкусно. Прости меня. Угу, вкусненький. Бедняга. Хочешь мой блинчик? На, держи, ешь. Ну что ж, мы надеемся, это видео вам понравилось. Вот это мы блинов наделали. Сейчас покушаем, позавтракаем. Ну а вместо стандартного прощания мы хотим попрощаться с вами блинами. Да. Рисуем прощание. Интересно, я правильно нарисовала или нет? Я все. И я все. Мой рисунок означает «поставьте лайк этому ролику». А моя надпись означает «подпишитесь». И где-то я неправильно букву «и» нарисовала, потому что они у меня разные. Напишите в комментариях, какая буква «и» неправильная. И ша у меня тоже подгуляла, посмотри. А это значок Ютуба? Да. То есть подписаться надо на твой Ютуб-канал? Да. И на мой YouTube-канал, ага. И на наш Instagram. Да. Ну что ж, до встречи в следующем видео. Пока. И пишите в комментариях, кто хочет, чтобы я прожарила вот это лицо. Прожарила мое лицо? Не надо. Не пишите, пожалуйста. Не пишите. Ну а пишите в комментариях, кто хочет вторую часть блинного челленджа, чтобы мы рисовали друг друга. И прожаривали лица друг друга. Да. Ну ладно, пишите. И до встречи в следующем видео. Пока. Слушай, я первый раз пользуюсь кисточкой в жизни кулинарной. Она ничем не отличается от художественной. Да ладно.